Вот наша коптильня. Дым уже идет. Мы еле разожгли, потому что все мокрое. Вот, прям вот луж стоит. У нас вот уже нашкодничали собаки. Залез наверх, давай ковырять тут. Вот. Сегодня, значит, вот такая у нас погода. Пасмурная. Сегодня 2 марта. Привыкли февраля. И вот у нас ветер сегодня южный. И вот идет туда, в ту сторону. Туда идет. Ну, вот так вот дым. Здесь, значит, дровички у меня лежат. Вот. Сейчас покажу сало. Коптим мы, значит, яблони. Вот, в общем, ненужные, которые отпиливаем. Даем сначала кроликам. Вот они обгладывают. Получается, что вот такое вот бревно, можно так сказать. Ну, такие палочки, уже обглоданные кроликами. Вот этими, это яблоня. Этим яблони, этими ветками мы коптим. Все, значит, покажу. Я подперла здесь вилами. Потому что у нас дверь никак не закрывается. Но у нас собаки везде лазят. Я боюсь, что они сожрут. Вот. В общем. О, не видно ничего. В общем, вот такое вот сало. Вот так оно у нас тут висит. Так, сколько кусочков здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 кусочков. Вот. В общем, вот такой у нас тут дым. Я все одной рукой. Вот. Что-то я плохо закрыла неправильно. Вот. Ну, вот так вот коптим. Посмотрим, за сколько закоптится наше сало. Вот. Ну, вот такая вот у нас система. Вот. В общем, когда закоптится... Я покажу. Хочу показать изнутри коптильню. Значит, ну такие вот дверцы. Открываю. И значит, вот внутри. Это значит дыра, из которой идет дым. Поступает. Вот капли от конденсата. Вот. И вот с этого железа. Вот оно мокрое. Оно даже сейчас вот капли на нем висят. Вот прям видно. Вот капли. У нас пар изо рта на улице. Вот так вот. Вот. Ну, в общем, вот отсюда капало на мою сало. И я хочу показать сало, которое мы коптили. В общем, мы его прокоптили 20 часов. Ну, вот я думаю, или так оставить, или же еще коптить до шоколадного цвета. Вот, в общем, вот так вот у нас 20 часов мы коптили. Я посчитала по часам. Вот, ну, в общем, значит, в коптильне был конденсат, и вот с этого железа капали капли, и, в общем, вот кое-где вот в таких местах вот такие вот, как сказать, ручейки, что ли, я не знаю. В общем, вот так вот как капало, висело вот так, и, в общем, капало, и вот вот такая как ржавчина или что. Ну, в общем, на улице холодно, а там, в общем, горячий вот этот пар. Ну, он, в общем-то, не горячий, у нас получилось холодного копчения. Ну, оно еще вот такого светлого цвета. Вот, но я хочу показать. И, в общем, не знаю, вот как и дальше коптить или так оставить. Но оно уже вкусное. Я сейчас разрежу, покажу. Вот, сейчас надо какой-нибудь кусочек выбрать. Вот, может быть, с мясом выбрать. Вот. Ну, уже, я уже кушала вчера. В общем, вот такие получились кусочки. Вот, из-за того, что на улице холодно, в общем, образуется конденсат, и, в общем, немножко вот так, это вот такие вот получились, я не знаю, как это назвать, такое. Вот. В общем, я сейчас возьму вот этот кусочек, разрежу, покажу.
В общем, вот я достала кусочек. Вот я его разрезала. Вернее, отрезала. Сейчас руки, правда, все черные. Вот это, по-моему, брюшина кусочек попался. Вот. Сало прям мягкое. Вот его видно, что оно мягкое. Оно как масло. Вот. И вкусное. Я вчера прям с таким удовольствием села, покушала. Вот. Это вот с мясом кусочки. Такие вот. Прожилкой. Вот. И давайте вот этот кусочек порежу. Вот. В общем, сейчас я вот так отрежу его. Он целый. Это просто сало. Вот. Тоже очень мягкое. Оно остыло. Очень мягкое, хорошее. Вкусное. Я вчера говорю прям с удовольствием. Мягко, прям видно оно вот, как масло. Оно вот, видите, гнется. Хорошее сало такое, вкусное получилось. Ну, домашнее мясо, оно и сало, оно всегда отличается от магазинного и от базарного. Вот, ну, в общем, получились вот такие кусочки. Ну, очень вкусные, мне нравятся вот такие вот. Оно вот мягкое-мягкое, хорошее. Вот. Даже кошка вон орёт, просит. Ну, на этом все. Пока-пока.